Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня будет видео о приятном, о подарках. Как получать и дарить подарки. Но будем сегодня говорить о парижанках, о том, как они дарят, что они получают в виде подарков и какие есть секретики таких so French подарков. Что я хочу сказать? Что... Есть такое выражение: кто умеет дарить, умеет жить. И я полностью согласна с этим выражением. Не знаю, согласны ли вы или нет, напишите, что думаете в комментариях. Мне кажется, когда мы более молодые, юные, то нам больше доставляет удовольствие, когда нам дарят подарок. Когда же мы взрослеем, мудреем, то немножко все это меняется. И мне вот, например, больше нравится дарить подарки. Видеть радость и счастье в глазах ребенка, в глазах друга, в глазах родного человека, когда он распаковывает этот подарок. Очень часто слышу, что да какие там подарки, французы же такие жадные, о каких подарках может быть идти речь. Все, что они дарят, это так, мелочи, какая-то чушь под новогодней елкой, куча мелких ненужных безделушек. Я считаю, что подарки – это менталитет страны. Это есть такой этикет дарить подарки. И у каждой страны он свой. Мы все, я не перестаю повторять эту фразу, родом из детства. То, что мы впитали в детстве, вот как губка, если... Родители дарили подарки на каждые праздники, возможно, поход в гости, и поход в гости не с пустыми руками, то и ребенок впитывает это. Если мой муж любит дарить цветы, букеты, то и Саша, мой сын, кто не знает, видит это, и он теперь вот даже поход на рынок, он всегда говорит, давай купим, папе говорит, давай купим маме цветы. У нас там цветочные магазины, цветочные лавки и бабушки. То есть он уже принял это. Он как бы такая ксерокопия на себя. Я думаю, что он воплотит это в своей семье, если у него будет семья, если у него будет жена и так далее. То есть мы все родом из детства. И не стоит упрекать французов за то, что они не дарят какие-то подарки. Они дарят подарки, но у них свой этикет подарков. Сегодня давайте остановимся вот именно на француженках. Откуда я беру эту информацию от парижан, о парижанках? Во-первых, я очень много разговариваю со своей свекровью. Она у меня француженка. И мне вот интересно не настоящее время, потому что в настоящем времени я живу. Я дарю подарки, мне дарят подарки. Я вижу, как это происходит вокруг меня. А вот как это было раньше во Франции, мне это очень интересно. Также я смотрю передачи, я читаю книги. И вот какие подарки на сегодняшний день считаются подарками парижанки, я прочитала в книге «Le Paris», «Парижанка», по-французски хочу сказать, «Инес де ла Фрисанж», и другие какие-то книги, сейчас у меня их очень много, обязательно вам покажу то, что меня вдохновляет. Итак, дарят ли они цветы? Конечно, дарят. Но я считаю, что это тоже вот как бы такое поколение более взрослое. Вот когда вы смотрите мои влоги, то вы увидите, что к нам приходят друзья, постоянно приносят букет цветов. Дарят ли молодые? Во Франции, в Париже масса просто замечательных маленьких магазинчиков цветочных, где такие композиции. Цветы во Франции не дешевое удовольствие, особенно у флористов. Я уже не говорю про супермаркеты, там можно найти не очень дорогие букеты, но
французы покупают цветы в зависимости от своего бюджета. У флориста это очень дорого, и в основном это какой-то юбилей, большой праздник, Рождество, Новый год. Иногда заказывают такие икебаны, композиции на столы. То есть, но здесь уже смотришь, вот нужно исходить из социального слоя. Напишите, в России сейчас дарят цветы? Есть вот именно такой, что прийти, я не знаю, подруга пришла к подруге и подарила букет цветов. Вот парижанка, например, она предпочтет, если идет на день рождения, купить свечу. Сейчас масса классных магазинчиков, которые практически неизвестны. Если не забуду, обязательно оставлю ссылку в инфобоксе на такие вот маленькие французские парижские бутики. То есть вот свеча для них такой качественный подарок, потому что свечи бывают разные. И свеча вообще во Франции, диптик или другой какой-то марки известной, она может стоить до 80-100 и больше евро. И вот красиво упакованная свеча – это очень классный, хороший подарок, как считают парижанки. И с ним меньше заморочек. Ты вечером идешь, например, на день рождения к своей подруге, и то есть цветы, они могут подвянуть, с ними больше заморочек, если нужно их покупать заранее и так далее. А здесь свеча хорошо упакованная, подарил и хороший подарок. Также любят француженки и парижанки дарить различные вкусности. Сейчас масса также различных бутиков с шоколадом, известные мэтры шоколатье, то есть кулинары делают такие шикарные произведения, шедевры, конфеты, упаковки. То есть здесь уже покупаешь, и у тебя цельный упакованный подарок, который можно подарить. Также в книге написано, что есть два сорта варенья, конфитюр здесь называется. То есть есть конфитюр, который намазывается на хлеб, а есть, который считается вот именно парижским, конфитюр, который «on mange à la cuillère», то есть мы едим ложечкой. И вот этот, он бывает разный, в различных баночках, в различных упаковках. Он больше такой, как фруктовая паста. И вот здесь даже на банке можно сделать гравировку. Так же, как и на свече можно сделать гравировку сейчас. И так же, как и на духах сейчас, на ароматах. Масса-масса вот таких дополнительных плюсов, когда ты приходишь, и тебе хочется подарить персонализация подарка. Так это называется, наверное. Алкоголь. Будет ли дарить парижанка алкоголь? Скорее всего, если она идет со своим мужчиной, то да, она будет дарить алкоголь, даже не дарить, а вот просто приносить как бы бутылочку вина из своего кава, из своего подвальчика. Это тоже все зависит от социального слоя. Социального слоя, то есть если у тебя он повыше, то ты будешь приносить хорошую бутылку вина. Если он совсем высокий, там вообще шикарную бутылку шампанского. Если нет, то... В принципе, вы можете также договориться, и кто-то приносит напитки, кто-то приносит что-то еще. Здесь уже все индивидуально. Очень любят они дарить канцелярию. Канцелярия тоже очень разнообразная. Сегодня у меня слово «паразит» очень, извиняюсь. И бывает она очень стильная, да, я обожаю, вот надо как-то вам показать, обожаю различные блокнотики, различные ручки. Мне кажется, что это всегда пригодится, особенно творческой личности, это всегда пригодится, и в сумочку, и просто ежедневники какие-то классные. То есть вот они такие вроде как мелочь, но если подумать, сколько стоит ежедневник в кожаной красивой обложке, плюс еще подарочная упаковка, то здесь выходит уже достаточная сумма. Также, если вот какой-то большой праздник, Рождество или день рождения кого-то, и, например, ну я так утрирую, я просто вам рассказываю, нужно заменить человеку телефон сотовый. Он может объявить своим родным, что я не хочу подарков, пожалуйста, вы мне кто сколько может, вот в складчину, в конвертик,
И все согласятся, в принципе, и он потом добавит, не добавит, не знаю, никто ему не будет преподносить этот телефон, вот тебе, держи, не до, как бы еще и одна персона, один человек, нет. Здесь вообще считается, что дорогой подарок может поставить человека, который принимает этот подарок, то есть... даже не того, кто дарит, но хотя и того, кто дарит, в неловкое положение. То есть человек будет кому-то чем-то обязан. А французы, парижанки, француженки, они ненавидят быть кому-то чем-то обязанным. Поэтому подарки довольно-таки, может быть, для нас простые, может быть, для нас это безделушки, но я считаю, что... очень хорошая качественная коробка конфет стоит дорого. Шикарная свеча, которая сейчас продается больше, чем за 100 евро, это хороший подарок. Ну, если вы уже решили дарить деньги, то это деньги. На свадьбе также дарится. Молодоженам спрашивают, или хотят они, чтобы это были материальные подарки. Тогда делается список отдается, например, в магазин посуды, в магазин тканей, где уже они составили то, что заранее сходили. Вот этот сервис мне нравится, вот это я хочу, вы мне подарите. И в магазине человеку, который пришел и хочет купить подарок на свадьбу, ему показывается этот лист. Из листа он выбирает, так, сервис очень дорого для меня, я не могу тебе его подарить, я тебе подарю чайник. Вот так. Или просто-напросто, как вот у нас была корзина, и в корзину каждый в конвертике столько, сколько сможет. Это может быть и 20 евро, и 50, и 500 евро, то есть каждый уже здесь сколько может. Иногда конверт, он даже и не подписан, от кого это. Но иногда открытка. У своей свекрови я спрашивала, как это было раньше. Она сказала, что раньше была культура тоже, как бы преподнесения, этикет преподнесения подарка. Но в большинстве случаев подарки дарились только на день рождения и на Новый год. Остальные встречи, они были как бы такие дружеские, ну, как у нас, знаете, раньше, то есть, вот сегодня мы, то есть, раньше же тоже у них не было ни интернета, ни телефонов, то есть, они договаривались, вот этот праздник мы будем справлять вот у Николь и у Оливье, да, например, а вот этот у Адет и Жан-Луи, да, и вот они шли туда, также были, несли напитки, что-то приготовленное, или очень часто выходили в ресторан, здесь это было и есть более доступным, я так считаю, пойти в ресторан. Рестораны бывают разные. Ну, а вот уже Рождество и дня рождения, тогда уже подарки. Бывает еще так, что вот как в нашей семье, мы договариваемся, что, например, на Рождество будет подарок только у Саши, у ребенка, потому что это, в принципе... сказочный, ну, такой детский достаточно праздник. А вот на Новый год уже, если мы договоримся, что будем дарить всем подарки под елкой, у кого-то что-то закончилось, кому-то что-то нужно, можно обсудить, можно просто сделать сюрприз, но никогда никто не будет обижаться, никогда никто не будет дуться, и никогда никто не скажет, что это за ужасный подарок. Вот у нас при рождении ребенка иногда, не знаю, как сейчас, раньше я слышала, чуть ли не машину женщины дарят, бриллианты, золото. Я спрашивала, в принципе, моя свекровь сказала, что да, раньше тоже было такое, что при рождении ребенка вот ее муж всегда дарил украшения золотые. Ну, чтобы здесь подарить машину, я не знаю, оставить квартиру жене или что-то еще такое. И такого я вообще никогда не слышала. Принести букет цветов? Да. Принести бутылку вина? Да. Свечу? Да. Канцелярию? Да. Может быть, очень они любят дарить винтажные вещи.
антиквариат. Ну, антиквариат в таком смысле, что антиквариатная открытка, может быть книга какая-то винтажная, платок фирменный винтажный, украшения, возможно, если знает, что женщина любит какую-то статуэтку, очень они любят библо, то есть вот такие маленькие штучки какие-то, пылесборники, как мы их называем. Возможно, когда мы приезжаем в какую-то страну, возможно, мы удивляемся, но все зависит от того, с какой целью, с каким настроем мы едем. В принципе, сейчас, когда я получаю письма от женщин, которые собрались замуж за иностранца, очень часто они пишут: «А я вот слышала, что французы жадные, что они не делают подарки, что в ресторане нужно платить за себя». Я считаю, что случаи бывают совершенно разные. Понимаете, вот у меня было два мужа, они совершенно разные. Ну, и тот, и другой дарил мне цветы, и тот, и другой мне дарил подарки в зависимости от своего социального статуса, от своей экономического положения, да, так сказать, своей зарплаты, сколько он получает, от своих средств все это. Ну, я не могу вам сегодня сказать, что все французы жадные, что все они ужасные, и вообще вам ничего не подарят, и корочку хлеба вам не дадут. Хотя, наверное, бывают такие ситуации. Но вот именно если хотите подарить подарок как парижанка, выбирайте шикарную коробочку конфет где-нибудь возле Бон Марше, это я так утрирую, баночку конфитюра варенья, которую едят ложкой, какую-то красивую канцелярию, бижутерию, дарят ли ароматы, парфюм, ну, не знаю, если, например, женщина попросила у мужчины, что она хочет вот именно это, в принципе, почему нет, они могут пойти и очень часто выбрать это вместе и даже подарить заранее, вот. Ну, надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. На ваш вопрос, если кому-то интересовало, что же дарят настоящие парижанки. А я вас всех целую, обнимаю. До новой встречи на моем канале. Давайте рассказывайте, что вам дарят и как вы относитесь к подаркам. Если вам подарят какой-то шикарный подарок, я не знаю, бриллианты, как вы к этому отнесетесь? Говорите ли вы своим родным и близким, что вам хочется? И вообще, что сейчас дарят, не знаю, в России, так как я давно там не была, напишите, будет очень-очень интересно. Подписывайтесь на канал, кнопка внизу, а я всех целую, обнимаю, до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция, всем пока!